Это я ненадежный партнер. Лариса Дмитриевна, ну где вы? Он там уже с ума сходит. Так, Инга, тихо, без паники. Я уже здесь. Слава богу, там шторм 12 баллов. Я поняла. Все сделаем, не в первый раз. Кого черти принесли? Веленчик! Опять балуешься, а? Сволочи. Каждая мразь норовит нож в спину воткнуть и провернуть. Веленчик, ну я ж не такая. У нас же с тобой все хорошо, да, Леночка? Да только ты меня и понимаешь. У нас же с тобой все хорошо. А Нинка тварь. А кто такая Нинка? Дочь родная, она мне сделку века сорвала. Ты мне не говорил, что у тебя дочь есть. А с мамашей я ее переспал. Но Жанка клялась, божилась, что ей ничего не надо. Она здоровьем дочери клялась. А Нинка! Пойдем в больничку, добился до белой горячки. Сладкий мальчик, сладкий, хороший мальчик. За справедливость? И за то, что папаша выплатил мне все до копейки за 18 лет. Он так кричал, я из ванной слышала. Еще бы. Он же в аэропорту узнал про элементы. Прям там на счет и закинул. Душно. Ты понервничала? Приляг? Ноги немеют. Нинка! Нинка, ты чего? Нинка! Нинка! Алло! Помогите! Человеку плохо! Что-то тоже. Я вам дверь открою. Записывайте адрес. Thank you.
Как звали убитую? Нина Рыбкина. Скорую вызвала ее соседка Варвара Лапина. Аккуратно, аккуратно. Слушай, ты заметил? У Лапины на правой руке отек. Да, врачи не знают, что с ней. Похоже на отравление. Когда они приехали, она лежала без сознания на пороге. Странно. Ну да. Итак, выжившая Лапина Варвара Дмитриевна, 19 лет, приехала из Саратова, минимум покаяет в Москву. Где работает? В танцовщице в ночном клубе. Ну, в общем, стриптизерша. А погибшая? Так, погибшая Рыбкина Нина Веленовна, 18 лет, родилась на Урале, работает в том же клубе официанткой. Родственники есть? Да. Мать Жанна Рыбкина и трехмесячный сын Дима. В графе отец у парня прочерк. А у Нины? Так, отец – московский бизнесмен Вилен Катков. Недавно Нина подала в суд на алименты и отсудила их. Обрати внимание, у Нины Рыбкиной на ступнях покраснение и отек, как у Лапиной. А что это за пластыри на ногах? Это бьюти-средство. Оно применяется от усталости и при отеках. Кстати, интересно, Лапина дотрагивалась до ступней Рыбкиной? Да. Она диспетчерам сказала, что пыталась оказать первую помощь. У Рыбкиной ноги онемели. Ну а потом сама стала задыхаться и отрубилась. Поражение центральной нервной системы, удушье. Похоже на контактный яд. О, я обожаю банки, которые указывают не только сумму покупок, но и список купленного. Ну, вообще-то попахивает вмешательством в личную жизнь. И что же Рыбкина покупала? Патчи для пяточек. Вот, даже в сети хвасталась лайфхаком. Лучшие друзья работающие девушки. Но это не какой-то хендмейд? Да нет, обычные китайские бьюти-средства. Продаются чуть ли не в каждом интернет-магазине. Там состав безобидный. У Рыбкины здесь стратегические запасы патчей. Она что, их каждый день, что ли, лепила? Ну, работа тяжелая, весь день на ногах. Понятно, что уставала. Так, я их тогда упакую. На всякий случай, Николай Петрович, если что со мной случится, считайте меня жертвой индустрии красоты. Шучу. А вот интересно. Вилен Катков, отец погибшей Нины Рыбкиной, оплатил билет в Китай, но границу не пересек. А где он сейчас? Сейчас в наркологической клинике. Поступил с белой горячкой. Вилен Романович действительно не смог выехать из страны. У него неожиданно возник долг по алиментам. Неожиданно? По его словам. И что было потом? А потом он вернулся в офис. Вилен Романович, что случилось? Все случилось. Сделка отменяется. Вся работа коту под хвост. Алло, Лариса Дмитриевна. Миленькая, приезжайте быстрее, потому что у нас ЧП. Китайцы сочли его ненадежным партнером, но не потому, что он не прилетел, а потому, что он дочери не помогал. Как они узнали? Он сам рассказал переводчику китайцу. Он еще в аэропорту пить начал. Кто такая Лариса Дмитриевна? А, Великанова, массажистка. Они давно знакомы, я всегда звоню ей, когда нужно утихомирить Вилена Романовича. И как же ей удается? Ой, она на него волшебно влияет. Ну, вот знаете, есть факиры, заклинатели, змеи. А она заклинатель белочки, белой горячки. Извините. Да, слушаю. Галь, в квартире Лапиной и Рыбкиной обнаружены отпечатки пальцев Ларисы Великановой. Совсем свежие. У бизнесмена Вилена Каткова срывается крупный контракт с китайской компанией. Он в ярости и винит в этом свою неожиданно объявившуюся дочь Нину Рыбкину. Спустя два дня Нина умирает. Ее соседка по квартире Варвара Лапина едва не погибает, просто дотронувшись до Нины.
ФС выясняет, что в квартире Рыбкиной и Лапиной побывала массажистка Каткова Лариса Великанова. Судя по камерам ДПС, именно Лариса Великанова отвезла Каткова в клинику. Похоже, перспективный подозреваемый. Оперативники уже выехали на задержание. А у тебя что? Сейчас. Ну что, большая часть микрочастиц – обычный бытовой мусор. От контакта босых пяток с немытым полом. Но есть ворсинки. Определенно, это микрофибра. Может, Рыбкина в течение дня надевала что-нибудь, переодевалась? Может быть. Не исключено. Лариса Дмитриевна Великанова? Майор Круглов, Федеральная экспертная служба. Капитан Березин, оттуда же. Извините, я очень тороплюсь по очень важным срочным делам. Маникюр подождет. В каких отношениях вы были с Еленом Рыбкиным? Он меня уважает, слушает. Я помогаю ему в разных делах. В деликатных делах, типа в наркологию положить. Да, иногда очень деликатных. А что? А что вы делали дома у его дочери, Нины Рыбкиной? Смерть Нины Рыбкиной наступила, предположительно, из-за остановки сердца. За исключением двух отеков в местах соприкосновения кожи стоп с патчами, никаких других внешних повреждений на теле нет. Приступаю к забору крови. Есть отверстие, совпадающее по диаметру с иглой шприца. Судя по распределению препарата, его действительно впрыснули в обычные патчи. Слушай, я предположил, что здесь содержатся не только нейротоксины, но и вещества, усиливающие трансдермальный перенос. Ну, типа димефлуксацина. Или его производных. Сделаю-ка я тест. То есть официантку из стрип-клуба отравили ядом для шпионов? Да я хотела посмотреть, как она живет. Просто посмотреть. Да не убивала я ее, вы понимаете, ну сколько можно повторять в конце концов, а? Галя, я провела осмотр. Причина смерти – сильнейшее отравление нейротоксином. И еще, на коже пятки, там, где она соприкасалась с патчем, я обнаружила микрочастицы. То есть этот яд весьма специфичный? Поняла тебя. Спасибо. Послушайте, ну я же говорю вам, это Катков отправил меня на квартиру Нине. Зачем? Поискать компромат. Да я вообще ничего не знаю. Это он все. Он приказал вам убить ее? Да? То есть нет, я не убивала никого. Наверное, он хотел, ну раз он меня туда послал. Ну правильно. Лариса Дмитриевна, я ненавижу, когда мне врут. Потому что вот такая крохотная ложь – это 5 минут допроса. 5 минут, которые я могла потратить на то, чтобы искать убийцу, а не выслушивать всякую чушь. Он ушел в туалет, а на столе лежало в досье на Нину. Ее адрес. Я просто хотела узнать, какая она. Тошнит, Веленушка! Сейчас в городе? Ну, так где же еще быть-то? Странное желание для наемного работника. Да я не была простой массажисткой. У нас отношения были, понимаете? Серьезные? Вообще за него замуж собиралась. И детей ему хотела своих родить. Хотели устранить наследницу-конкурентку? Да нет, нет. Просто посмотреть. Мой сын Андрюшка влюбился в эту вашу Нинку. Нет, ну я так-то не против. Ну просто как мать я волнуюсь. А мне Нина ничего не говорила.
Ну, вот видите, значит, она какая? Скрытная. А от меня вы что хотите? Ну, как что? Ну, хочу осмотреться тут. Так сказать, как она живет. Можно? Там ее комната, проходите, смотрите. Отличненько. Она же могла за мной пойти, правильно, а? Могла, но не пошла. То есть она хотела убить Нину, а вину скинула на меня. Ну, Лапина сама пострадала. Да, но по факту-то что получается? Она жива, и ее никто ни в чем не подозревает, так? Скажи, а Лариса Великанова, она была когда-нибудь в Южной Америке? Да у нее даже загранпаспорта нет. А что? Просто я выяснила, каким ядом была отравлена Нина Рыбкина. Это не пептидный нейротоксин органического происхождения. Животного или растительного? Кожные железы амфибии. Специфичный местный вид. К счастью, этот яд известен давно, где-то с середины 60-х. Вот смотри, вот это бывший парень Лапиной, он сейчас живет в Венесуэле. Приезжал месяц назад. Ну, теоретически Лапина могла достать специфичный токсин, но явного мотива у нее нет. С ней можно поговорить? Нет, она пока не контактна. Так, Березин прислал. Где он? В наркологии. Лег, чтобы опять не уйти в запой. Поздняя осень. Грачи улетели. Лес обнажился, поля. А вот мой психиатр мне говорит, что у меня вот здесь вот бомба. Бомба, говоришь? М? Какая такая бомба? Какая? У меня как какие-нибудь важные переговоры, так запой. Как с девушкой отдыхать ехать? Так белая горячка. А как с бизнесом? Да. Соучредитель мой, кореш армейский, все тянет. Ну, чувствую, что я его тоже уже достал. А я вот 2 года в завязке был. А почему сорвался? Елена Романович, здравствуйте. У меня к вам на минуточку, пропустили врачи подписать документ. Эй, автограф? Я понял. Удаляюсь. Не буду вам мешать. Жанна Юрьевна, я сочувствую вашей утрате, но вы должны прилететь в Москву. Господи, я же говорила, не связывайся с ним. С кем? Вы про меня спрашивали? Да. Я сказала, что вы в больнице. И все? Спрашивали про Ларису. Я сказала, что приезжала и отвезла вас к врачу. Инга, я же лично вносил правки в этот договор. Тут не аренда, а лизинг. Лизинг! Простите, Елена Романович, я просто, наверное, не тот распечатала, но... Принесешь допрос... правильный. Про Нину спрашивали? Меня нет. Ну, врет она хорошо, убедительно. Да и он тоже симулянт. По документам у него психотический эпизод на фоне белой горячки. А какой у него мотив убивать дочь? Рационального нет. Разве что на эмоциях. Из-за сорванной сделки мог заказать ее. А Стелл испугался и спрятался? У бизнесмена Каткова срывается важный контракт. Он винит во всем свою неожиданно объявившуюся дочь Нину Рыбкину.
Спустя 2 дня Нина умирает от отравления контактным ядом. Мать Нины уверена, что убийца Катков. Сотрудник ФЭС внедряется в наркологическую клинику, где отсиживается Катков. На Каткова совершается покушение. Во двор клиники влетает дрон и расстреливает бизнесмена. Галя, я слышала, Вилен Катков умер. У него была остановка сердца, откачали, он в реанимации. Слушай, там приехала Жанна Рыбкина, мать убитой. Ты можешь пока на время занять ее ребенка? Чем? Не знаю, напои чаем. Чай? Какой чай? Ему 3 месяца. С фенхелем. От кишечных колик. Хорошо, я, да, поняла. Как думаешь, смерть Нины Рыбкиной и покушение на ее отца связаны? Пока не могу сказать. Пистолет, с которого ранили Каткова с дрона, был украден у чоповца. Как обычно. И концов не найти. Связи с Рыбкиной нет. Но обычно просто так у чоповцев пистолеты не пропадают. Сейчас проверим круг общения этого потерпевшего. Жанна Юрьевна, а почему Нина уехала из дома? У нее же маленький ребенок. Деньги поехала зарабатывать. А в поселке, где вы живете, работы нет? Мне не надо было уехать. Ее изнасиловали год назад. А вы знаете, кто? Алло. Да. Мамочка, ты где? Я у подъезда. Иду. Иду. Нина! Доченька, где ты была? Я тебя искала. Доченька, что случилось? Мам, не спрашивай ни о чем. Нина, надо в полицию. Не надо в полицию. Надо в полицию. Мам, я прошу тебя, пойдем домой, не спрашивай ни о чем. Ой, боже мой. Боже мой, Ниночка. Господи. Наверное, бандит какой-то. Не знаю. Я работала на 2 работах. Утром в магазине, а потом вечером бежала подъезды мыть. Денег нам вечно не хватало. А отец Нины вам не помогал? Я Каткова ни о чем не просила. Почему? Еще давно он пригрозил, что отберет у меня Нину, если я буду деньги тянуть. Но я испугалась. Как вы познакомились? Он приехал в командировку. Ну, я думала, любовь, страсть. А он в гневе, бешеный, злой. Валя! Валя, убийство Рыбкиной и покушение на ее отца никак не связано. Тише, не напугай ребенка. Слушай, ты прямо какая-то Валентина с младенцем. Бабушка на допросе. Ты смотри, я пристально изучил личность чоповца, у которого украли пистолет. У него есть дальний родственник, ранее судимый Руслан Яшин, у которого недавно сбили машины отца. В этой же соте, в это же время отмечался мобильник Каткова. Катков, по словам коллег, был пьян. И именно в этот день сорвалась его сделка с китайскими товарищами. Ну, надо осмотреть машину Каткова. Да уже все делается, все в процессе, запрос отправили. И надо бы установить отцовство малыша. Думаешь, его отец мог заказать Нину Рыбкину? А почему нет? Тем более, если Нина, например, шантажировала его. Вот, нашел птичку. Оставайся на месте, ФС. Не дергайся, тихо. Гражданин, вы задержаны. По подозрению в покушении на Велену Каткова. Я не знаю, кто это. Ну, конечно, рассказывай нам сказки про белого бычка. А пистолетик-то я гляжу, ты с дрона снял? Технике не доверяешь, решил своими белыми ручками добить? Чего? Тихо, спокойно. Я тебя понимаю. По-человечески очень даже понимаю. У твоего отца перелом шейки бедра. В его возрасте это опасно. Очень опасно. Попал, да? На бампере следы недавней аварии. Их пытались скрыть рихтовкой. Ну, ремонт явно делал частник, так как страховая не в курсе. Возможно, поэтому. Кровь? Это козел по паню моего сбил. Паня номера запомнил. А я по номерам пробил потом. Че за чел? Катков человек богатый. Могли бы в суд подать. С деньгами у меня все нормально.
Мне за папаню обидно. Вон он с тёлкой на лавке сидит. Получай. После второго выстрела ствол заклинило. Зараза. Дрон сами соорудили? Кореш один мой. Это механик. Это вообще его идея все. У него там производство или как? Да видосов он насмотрелся по разборке картелей. Я ему 200 штук отлистал. Кстати, у него в гараже иномарка стоит угнанная. Вы проверьте. Проверим. Нина Рыбкина жила в поселке, где было всего лишь 5000 жителей, а в телефонной книге у нее 800 абонентов. Вот что значит уличный ребенок. У меня две хорошие новости. Покушение на Каткова раскрыли по горячим следам. Отличный повод для предметного разговора, если он, конечно, выживет. А как Варвара Лапина? Пришла в себя. Завтра с ней можно будет поговорить. А вы уже идите домой. Есть. Здравствуйте. Приветствую. Варя, вам знакома эта женщина? Да. Я сама впустила ее. Но мне кажется, она приходила еще раз. Секундочку. Еще раз? Да. Я как-то вернулась домой, и вещи были не на своих местах. Ну, может, их Нина переложила? Нет, ее не было дома. Я не убивала Нину, честное слово. Варя, у кого еще есть ключи от вашей квартиры? У хозяйки квартиры. Но она в другой стране. Это девчонка из клуба. Постарайтесь вспомнить, какие вещи лежали не на своих местах. Галь, у меня есть соображение по поводу отца ребенка Нины. Ты установил личность? Скорее, описание внешности. Нина и ее мать – светлокожие блондинки с тонкими прямыми волосами. Ты думаешь, что биопапа мальчик брюнет? Не просто брюнет, а с курчавыми волосами. Крупные черты лица, массивный подбородок, нос с горбинкой. Возможно, короткопалость. Ну, есть основания полагать, что отец ребенка – одноклассник Рыбкиной Новиков. А где он сейчас? Сидит. За кражу мобильного телефона. Обычный гопник. А не какой-то там супер-пупер чиновник или бандюган. Странно, на косметичке тоже частички микрофибры. Как на отравленных патчах? Угу. Ну, посторонних отпечатков нет. Ну-ка, дай-ка мне. Попробую я выяснить, что там пыль, пыльца, какая-нибудь там химия. Ну что, на вещах Каткова таких микрочастиц нет. Теперь еще его квартиру обыскивать. Из больницы. Слушаю. Когда? Хорошо, спасибо. Катков пришел в себя. Простите, пожалуйста, я случайно услышала. А я могу шефа навестить? Я думаю, что пока вряд ли. Слушаю. Мы выяснили, что это микрофибра от перчаток ювелира. Они предотвращают выскальзывание предметов из руки. Слышал? Ну, в общем, они идентичны тем, что были на отравленных патчах. Так нам ювелира искать? Нет. На микроворсинках содержатся сложные эфиры и альдегиды. Я думаю, что эти перчатки хранили рядом с флаконом женских духов. Ну, судя по альдегидам и эфирам, верхняя нота – обжаренный кофе, средняя – роза, базовая – амбра и белый кедр. Я уже запрограммировал газоанализатор. Сейчас отправлю вам. Лариса Дмитриевна, вы постоянный покупатель в ювелирном бутике? Да. Я люблю украшения. Евелина очень часто мне их дарит. Год назад, покупая колье, вы приобрели ювелирные перчатки. Да, я чищу в них драгоценности. Извините, пожалуйста, стресс. Я полночи не спала. Часто у вас идет носом кровь? Ну, обычно нет, но с вчерашнего вечера уже третий раз такое. Покажите мне ваши десны. Что показать? Десны покажите мне. Так? Так, руки покажите, обе. Где вы ударились? Я не помню. Ощущение мурашек в ногах есть? Отеки?
Ну, с утра сегодня было. Срочно скорую. У свидетельницы передозировка неустановленного антикоагулянта. Возможно, отравление. Что? С кем вы общались в последнее время? Очень высокая концентрация. Так, а где Инга? Это же ее офисные туфли. Стой! Какой-то спрей, твою мать. Так, ничего не трогаем, быстро уходим. Давайте. Охрана? Майор Круглов, ФС. Инга Сафонова здание покинула? Когда? Срочно пришлите на этаж человека. Никого не впускать. Ничего руками не трогать. Повторяю, ничего руками не трогать. Галина Николаевна, мы пытались профилировать Ингу Сафонову, но официальной информации крупица. Докладывай. По первому образованию медик. Работала в армии по контракту, потом поступила на переводчика. Красный диплом. Устроилась в частную фирму, учредители, некие граждане из офшорной зоны. Потом несколько лет работала за границей. А интернет-активность? Аккаунтов в соцсетях нет, в игрушки не играет, в приложении для знакомств не регистрировалась. В свободное время занимается плаванием и боевыми искусствами. Интересно. Не то слово. Таких, как она, называют наемник в белом воротничке. Сотрудник частной военной компании? Угу. В бизнес-секторе, на низовой должности. Полезный работник, я думаю. Нет, Елен! Ничего больничного пить и есть нельзя. Поставьте. А что случилось? Расскажите нам про Сафонову. Она ведь была не просто секретарша. Ах, и это уже знаете. Дела у меня тогда шли не очень. А Инга, она могла добыть информацию к переговорам. Особую, знаете ли, информацию закрытую. Контрагентов я пробивал через нее. У вас с ней был конфликт? Сорвался я. Вызывали, Вилен Романович? Я тебе за что деньги плачу? У меня контракт сорвался. Форс-мажор произошел не из-за меня. И про Нину ты тоже ничего не знала? Вы не давали команды устранить вашу дочь. Да что ты несешь, тварь? Я тебе что, убийца, что ли? Не можешь работать? Собирай свои манатки и уматывай отсюда! Хорошо, Вилен Романович. И когда твой следующий босс позвонит мне и спросит про тебя, я ему скажу, что ты тупая, непрофессиональная и ленивая тварь! Ну, как скажете, Вилен Романович. Пьяный был, злой. Через час уже ничего не помнил. А эта тварь злопамятная. Просто я робот какой-то. Это же она меня заказала. Когда? Когда в меня в больницу стреляли. Еще стоял рядом. Вот же выдержка, а? Прям мурашки по коже. Это не она. Провокацию с дроном устроил сын того старичка, которого вы сбили. Я отследил Ингу по камерам наружного наблюдения. Где она? Многоквартирный дом на проспекте Летчиков. Засохшая жидкость на ее столе. Это еще один нейротоксин. Еще один контактный яд? Да. Оставила подарочек перед уходом. Она хотела отравить наших оперов? Дура, что ли? Надеялась выиграть время. Тогда надолго она в этом доме не задержится. Она будет валить из страны. Надеюсь, что Николай Петрович и Рома успеют. Сафонова, стойте! Федеральная экспертная служба. Я разберусь. Да пошли вы! Послушайте, Сафонова, я вас руками бить не буду, ногами тем более. Вы же женщина. Уроды!
Яду у вас с собой, надеюсь, нет? Так, посмотрим. Паспорт Доминиканской Народной Республики. Там же, по-моему, можно легко гражданство купить. Сколько это сейчас стоит? $1100, 200? А если со взяткой на левое имя? Мисс Валерий Шнайдер, Нину Рыбкину убили вы? Я проникла к ней в дом, хотела сначала отравить косметику, но поняла, что лучше будет пропитать ядом патчи для ног. Она ими пользовалась практически каждый вечер. Это была 100% гарантия, что Нина погибнет. Вы же были злые на Каткова. Почему вы не убили его? Но тогда каждый, кто хотел бы меня нанять, понял, что я к этому причастна. Я просто хотела испортить ему жизнь. Пустить его жизнь под откос. Кто поверит алкашу? А Великанову зачем хотели отравить? Она могла его вытащить. Она всегда его вытаскивала. Поэтому она должна была умереть. Передайте ей, что хоть дверь у нее и пафосная, а замок так себе. И домработница не убирается под кроватью. Я надеюсь, в вашей тайной квартире тоже много пыли, ворсинок. А также ваших потожировых следов. Вот, сознаюсь и раскаиваюсь, наезде на пенсионера и вождение в нетрезвом виде. Готов понести заслуженное наказание, оплатить лечение и всяческие компенсации. Могу я увидеть Жанну? С какой целью? Видите ли, я многое осознал после смерти. После клинической смерти у меня была остановка сердца. Я хочу помочь ему. Она сейчас в ФЭС. Забирает тело дочери для похорон. Пожалуйста, можно нам увидеться? Пригласите Жанну Рыбкину. А она знает, что убийца не я? Да. И еще она знает, что Нину убили из-за вас. Жанна, пожалуйста, прости меня. Жанна. Я хочу помогать вам с малышом. Мне от тебя ничего не надо. Жанна, пожалуйста, я изменился. Я стал другим. Можно я куплю тебе квартиру, дам денег и больше никогда не буду показываться в твоей жизни? Я хочу хоть как-то искупить свою вину. Пожалуйста, ради нашего внука. Там в морге наша дочь. Пойдешь со мной? Я пойду. Можно?